Еженедельно мы направляем пакеты документов Управления соцзащиты Балаклавского района, потому что многие не могут сами посетить. Более 60 руководителей первичных ветеранских организаций Балаклавского района собрались на выездном семинаре, чтобы поделиться наработками решенных задач в их ежедневной заботе о людях. Мероприятие традиционное. Такие встречи проходят уже 10 лет. Делится лучшими практиками взаимодействия с исполнительной и законодательной властью. Это очень важно, потому что Балаклавский район очень разбросан, он занимает 60% территории города, и расстояния очень большие, и наши пенсионеры очень редко между собой общаются. Поэтому подобные, так сказать, тимбилдинги очень важны. Помощь в заготовке дров, проведении газопровода, оформлении социальных льгот нуждающимся – вот далеко не полный перечень дел, которые решаются с помощью ветеранских организаций. Больший результат при тесном взаимодействии с властью. Яркий пример – времена пандемии. Многие люди нуждались в подвозе лекарств, мы отдаленные села, значит, в продуктовых наборах и так далее. Я вам хочу сказать, благодаря нашей совместной работе ветеранской организации и депутатов, плюс волонтерского штаба, у нас в Терновке не было ни одного пенсионера, который был бы забыт, ни одного инвалида. Все получили продуктовые наборы. Симбиоз, когда друг другу мы все помогаем, мы учимся у ветеранов, мы пытаемся помочь, мы выслушаем те или иные наказы, потому что не секрет, что ветеранские организации – это самые активные жители города Севастополя. Самое главное – неравнодушные, они знали, как было, как есть, и нам пытаются рассказать, чтобы мы строили вместе будущее. Чтобы уметь помочь другим, руководители первичных ветеранских организаций, несмотря на трудовой стаж, жизненный опыт, продолжают учиться. Более 300 человек уже получили образовательные сертификаты. Мы не должны быть в стороне от новых законодательств, новых постановлений. Но самое главное вот в учебе, что мы сегодня наших актив, наших ветеранов, наших пенсионеров обучили компьютерной грамотности. Мы провели курсы компьютерные, провели мы основы законодательного права. Поздравление юбиляров стало доброй традицией ежегодных семинаров. Также некоторым руководителям вручили благодарности за многолетний труд и активную работу. Ирина Варава, Андрей Вовк, новости Севастополя.